Не спать. Налоговый. Да, да, Антон Константинович, крем для рук шикарный просто, боже ты мой, как он увлажняет. Но вы понимаете, но мы не можем вам выдать кредит опять, а? Ну, в конце концов, у вас огромные долги перед банками, а? Ваше ИП банкрот, ну, да, да, боже ты мой, как он увлажняет. Шикарный, шикарный крем. Ну, Антон Константинович, вы поймите, я поговорю с начальством, но я не один, есть совет директоров. И... О, если двумя... Антон Константинович, ну, в конце концов, а? Ну, вы поймите, я поговорю, я позвоню своей секретарше, она свяжется... Ой, да что вы делаете, Антон Константинович, ну, в конце концов? Ну, взрослые люди, а? Я поговорю с своей секретаршей, она передаст, хорошо, все ваши... Так, крем хороший, да? Давайте сейчас вы уйдете, и позже я вам позвоню, часа просто уйдете, хорошо? Ну, что вы делаете, Антон Константинович, а? Просто уходите и все, ладно? До свидания. Да. А просто на словах, давайте попрощаемся, просто на словах. С этого все просто раз и началось. А? Антон Константинович, ну, взрослые люди, ну, в конце концов. Антон, ну, что же вы делаете? Антон, мне это надоело. А, Леночка, вызови охрану, а? Леночка, охрану вызови. Леночка, можно? Вы ее намазали, да? Антон, ну, что вы делаете? И Леночки теперь нет везде, а? Не надо. Деньги на массажный салон мы выдавали. Это дело тоже у вас прогорело. Но, Константинович, ну, в конце концов, а? Все, договорились. Я поговорю с начальством, и через час я вам перезвоню. Честное слово. Антон Константинович, ну, что вы делаете? Ну, Антон Константинович, что... Антон, не оставляйте меня одного.